Ну давай, удиви всех. Давай, красиво прям. Раз, два, три. Бичи молодой аристократ. Сука, нам ни камни столько рад. Let's go, сколько мы не будет эмират. Я легенда, можно умирать. Бича молодой аристократ. Сука, нам ни камни столько рад. Let's go, сколько мы не будет эмират. Я легенда, можно умирать. Кихау! Что сейчас? Ну тут написано. Где? Ну ладно, будем считать, что выполнено. Погнали, переходим к новому испытанию. Что-то покраснело аж. Да, потому что. Мне уже нравится это шоу. Я на тебя потом посмотрю, когда проиграю. А, у нас очень интересное сегодня наказание, но давай переходим к GTA 5 RP и будем выполнять. Ну что, собственно говоря, друзья, первый сервачок под названием Downtown GTA 5 RP. Начало у нас, собственно говоря, уже есть. И, собственно говоря, сегодняшний квестик. Ну что, малыш, мы так с тобой подумали и решили придумать, можно назвать что-то даже пожестче. А, ну кстати, да, кстати, машина, на которой я еду, тут, правда, одного элемента не хватает, но это я так сейчас случайно, это, называется, Оля доверила мне руль, а то Оля прикупила себе гелик. А почему белый? Он нравится белый. И все. Это их, ну это не банально, зато черный, не знаю, но я же девочка. Ну ладно, ладно, спорить не буду. Хорошо, белый тоже смотрится необычно. В общем. На черных дисках, да, на белом салоне. А диски, кстати, стоковые? Нет. А, ты поставила эти, типа, Edition One, да. Как они там называются? Не, ну прикольно смотрится. Это матовый же, да, или нет? Нет, наверное. Ну, как-то, а может, как будто матовый. Или матовый. Ну да. Ладно, гелик это хорошо, гелик это красиво, но надо приступать к сегодняшнему челленджу. Я сразу скажу, что мы уже выдвигаемся в сторону военной базы. Да, именно туда меня сегодня ждет приключение. Значит, мы с Олей придумали следующее. Сначала задание или наказание? Как ты думаешь? Ну давай задание, а потом наказание. В общем, мы долго думали, читали комментарии и решили, как-то у нас совместно, да, получилось придумать это задание. То есть ты предложила вот с военной базы, и вот потом я уже говорю, ну типа давай хотя бы там ограничим как-то по времени. В итоге мы вот придумали. Короче, ладно, по порядку. Значит, давай, задание таково для меня, опять же, я его выполняю. Я должен сейчас на этом белом чудесном гелике залететь на военную базу. Но, как мы знаем, там как бы охрана и вообще все очень плохо. Вот, и продержаться там 5 минут. Если за 5 минут нас с тобой не ликвидируют, то я победил. Если нас ликвидируют в течение 5 минут, то, соответственно, побеждаешь ты. Правильно же? Да. Наказание. В этот раз тоже как-то вот получилось, что мы совместно. Вот напишите, друзья, в комментариях. Мне кажется, что лучше, конечно, если, наверное... Хотя, блин, мы тут получается, что и бывает, что и Оля, наверное, будет что-то выполнять. Поэтому как бы по-разному будет получаться. В этот раз, вот говорим честно, как есть, мы придумали наказание совместно. В общем, наказание. Теперь самое интересное. С моей точки зрения это жестче. Значит, проигравший, если проигрываю я... Я должен буду в сторис у себя в инстаграме, мой инстаграм Булкин СПБ, значит, сделать сторис, просто текстовую, что меня забрали в армию. Не знаю, насчет того, что жестко или нет, потому что. Почему? Ну блин, это так это. Многие будут как бы не в теме и как бы это самое, да, извиняюсь. Мне еще в комментариях писали, что я перебиваю Олю, на самом деле это задержка Дискорда. Вот, например, сейчас я такой, типа, думал, она что-то скажет, она молчит, в итоге я начинаю говорить, а на самом деле она это, поэтому я не специально перебиваю. Говори, пожалуйста, что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что, по-моему, была речь, спрашивали даже в вопросах у тебя, ты там был в армии или нет. Мне кажется, что многие знают то, что, ну... Ну все равно это неожиданно, понимаешь, будет, типа, я вот просто с нихуя публикую, что, типа, меня забрали в армию. Все. И на протяжении 12 часов я, ну, как бы, ну, если даже что-то позже, то не на этот счет. И через 12 часов я уже говорю, пацаны, блин, я проиграл в споре, такая вот херня. Но, друзья, согласитесь, если проиграет Оля, какой смысл ей делать сторис, что она, например, там уходит в армию? Поэтому для Оли индивидуальное задание, которое я уже придумал. Кстати, она не знает, она может только догадываться. Я вслух в том числе это, как бы, произносил, по реакции ее смотрел, и, судя по всему, для нее это будет самое такое... жестко. Если я продерживаю сейчас 5 минут и более на военной базе, ты должна будешь в сторис опубликовать
следующее текстовое сообщение. Ну, что по типу ты ищешь лучший магазин, где... Ты поняла, да? Ну, мы как бы это обсуждали просто. Ну, как бы я произносил этот вариант. В общем, это жестко, это стыд. Это для меня это... А что поделать? Тут вот иначе какой смысл, да? Нужно, чтобы был какой-то экстрим, какой-то адреналин, не знаю, какой-то пиздец происходил. В общем, Оля должна будет написать в своей истории, что она ищет лучший магазин, где продаются игрушки для взрослых. Ну, ты понимаешь, что в твоих интересах, чтобы я не продержался 5 минут. Ну, как бы, ты мне мешать, естественно... Да, ты мешать мне никак не будешь, мы с тобой вместе катаемся, значит, я так, ну, заранее подумал. Скорее всего, если мы сейчас ускоримся по прямой, вот справа от тоннеля мы должны залететь там на военную базу. Значит, смотри, я тебя могу и расстроить, и успокоить. А бывает разное время на военной базе, то есть там бывает строй, когда дохрена людей, например, может быть, да, именно там конкретно. Бывает такое, что они где-то на выезде, там на тренировках, еще что-то, какие-то РПшки у них. Поэтому я не знаю, честно, сейчас там пусто или наоборот очень много народу. Но онлайн сейчас полный, то есть как бы реально 1700 человек сейчас на сервере. Да. Так, я засекаю или когда только попадаю на военную базу? Наверное, как только залечу, да, на нее? Я конечно, я поставлю, а то так нечестно. Да, поставлю таймер на 5 минут, у меня наготове все. Все, давай пробуем разгон брать. И я надеюсь, что сейчас получится с первого раза. Это довольно экстремально. Так. Я вообще никогда всё. Там не была и... Время пошло! Всё? Бля, там машина едет сразу. Так, время пошло. Бля, подожди. Все, мы на военной базе. Подожди. Значит, моя задача, естественно, не прятаться, да? То есть я должен кататься в открытую, как бы вот тут вот. Ну, знаешь, если они не Что они могут делать? Что они могут делать вообще? Стрелять, ну, как бы, типа, вторжение на военную базу. Вон, смотри, слева военные. Не, ну тут один. Я пока на спокойном, я пока не вижу толпу. Мне, знаешь ли, это нравится очень сильно. Мне это прям пиздец. Здесь гражданские машины еще. Ну, это типа их, есть. Ну, военные приезжают на работу там и так далее. Пока все спокойно. Я не буду, честно, я не буду прятаться в ангаре сейчас специально там, типа, делать вид, что я на самом деле меня нет. Я как бы, ну, катаюсь, как бы показываю всем видом, что тут какая-то херня происходит. Но с другой стороны, ты понимаешь, что они могут подумать, что это просто кто-то из военных катается, если они не вглядываются, как бы, в. Ну, типа, они же не видят, кто сидит за рулем. И как бы. Блин. Так, тихо. Ой-ой-ой, вот это, блядь, я в самое мясо заехал. Блядь, не страшно, пизда. Пока, по-моему. Пока, тихо, там какая-то. А тревога может? Не-не-не, они только сами там, если кто-то увидит, поймет. Блять, это жестко. Вот если на этой хрени еще сейчас будет погоня, вообще будет нормально. Ну пока нормально все. Слушай, мне прям нравится. По-моему, ну-ка. Что-то как-то спокойно вообще. Так. Блять! Стреляют! Все! Пизда! Блять! Блять! Это к нам полиция едет? Не знаю, я куда кто к нам едет, но сейчас я точно удираю. Подожди, сейчас нас спалили, потому что я подъехал, побибикал, дал понять, что я как бы не военный. Так, но ты сзади должен справа машина. По этой базе ездить. Да, я понимаю. Это как бы так, это за нами? Нет, походу он... Или да? Подожди, он понял, что это гражданская та... Блять! Ты понимаешь? Ну народу мало, Саш. Да, ну какой... Две тачки за нами уже, две тачки! Ну это мало, две тачки. У меня еще ХП нет. Танк. Бля. А на танке они могут ехать за нами? Я не знаю, Оль, мне сейчас не до танка, потому что как бы я не хочу реально сейчас... Тихо, за нами ГЛС, все нормально, гелик, брать. Бля, как по мне попали, у меня ХП 0, я еще не подумал о том, что ХП восстановить. Сколько минут осталось? 2.48, еще столько же... Блядь! Ебать, не видела там что? Они уже на выезде ждут. Бля, пизда. Это пиздец, Оль. Так, а выехать не надо? Выехать типа. Не надо, нет, это уже было бы слишком, нет, мы это не про... Блядь! Ты смотри, их хуячат! Стреляют! Так а ты что думал, мы на военной базе, то все, они походу это самое, тревогу они... Я вылетела, Саш. Вылетел из игры? Да. Ну, поверь мне на слово, как бы я не могу как бы челлендж прекратить, в общем, да, Оля крашнула. В общем, друзья, вы видите, что происходит, мне сейчас надо как-то держать... Блядь, пизда. Пиздец, я не думал, что столько машин поедет, типа, я думал, что... Стреляют, слева стреляют. Оль, мне еще 2.05, я катаюсь по взлетной полосе, вполне себе придерживаюсь правилам. Понятно, короче. Тихо. Уже понял. Подожди, еще рано делать выводы, я понимаю, как меня не убили, сколько у меня ХП? У меня ну, ХП на нуле, в смысле? У меня... А если тебя убьют, то ты проиграл. Если меня убьют, да, конечно. Так я, собственно, только такое поражение и может быть у меня. Бля, пизда. А ты сейчас еще, только не появляйся уже на военке, появись там где-нибудь на респе. Потому что, ну, смысла уже какого, уже смысла нет. Еще меня, ну, как бы меня либо могут остановить, либо посадить, ну хуй знает. Блядь, они реально катаются и ищут, кто-то ходит, кто-то пытается стрелять.
Слива, я слышу. Там немного выстрел. Народу было. Там немного же народу было. Достаточно! По-моему. Там на выезде уже караулят меня. Ай, блядь, вот он стреляет, ебаный в рот. Пизда, просто продырявленный гелик, реально. Знаешь, сколько минут? Спасибо. Минута 18. Ебать, попадают, как меня не убивают? Я поехал сюда. Я не знаю, хорошо это или плохо, но каким-то образом там на выезде уже пиздец. Там на выезде уже пиздец. Ладно, я чтобы это самое, ну как бы реально. Ну что, они попасть не могут в тебя, я не понимаю. Я не знаю. Мне минута 03. Блядь! Пизда! Убили? Да. Блядь! Я выиграла! Ура! Ура! Сейчас, подожди. И что теперь? Подожди, подожди. Ай, нога. Бежать бояться. Нога, нога, пацаны, нога. Ай. Ой. Что-то я перебрал, куда-то попал не туда, блядь. Это он проник? Да, это он. Блять, пизда, все, у меня пиздец, Оль. Он ранен. Че там? Тебя в тюрьму посадят? Да, скорее всего. Сейчас, да? Сейчас, сейчас тихо, не говори ничего, а то не слышно будет сейчас. Ладно. Сэр, это игра может свободен будет, а сейчас МПшники приехали. Ай, нога болит, пиздец. Наручники пока день, чтобы... Пизда, короче, все, меня повязали, Оль. Помимо того, что я должен буду эту ёбнутую сторис выкладывать, так еще, блять, меня сейчас в тюрьму нахуй посадят. Короче, чтоб ты понимала, я... Знаешь, как я умер? Все, и таймер в этот момент уже поздно, все. А, я поехал кататься и врезался в лоб-лоб в этот в военную тачку и вылетел через лобовое и погиб. А, да ты чего? Да. Я так понял, что именно это. Ну, это твоя ошибка, конечно, потому что... Короче, да. И чтобы ты понимала, я в такой позе сейчас лежу, потому что я как бы типа жду медиков, но при этом как бы это самое, мне наручники надели и все, пизда. Это пиздец. Капец. А как, подожди, а как из тюрьмы теперь выйти-то? Ну, это уже сейчас я буду решать эти вопросики, так скажем. Так, уважаемые, капец. Вы будете задержаны по пункту УК 12.7.2 проникновения в нашу жизнь. Мужики, мужики, может договоримся как-то? Так, не договоримся, так, вы имеете право не получать, что сейчас можно... Мужики, и так хреново, блядь! Мужики! Да у меня есть деньги, давайте, давайте, давайте отъедем куда-то. Понимаете свои права? Да понимаю, понимаю. Вы имеете... Блять, короче, похоже, один раз просто на военке мне удалось договориться с военными, но здесь очень серьезные какие-то ребята, я хрен знает. Но не да очень... Не хотят. Он мне там зачитывает мои права и обязанности, я лежу скрученный, блять, полумертвый в наручниках, и меня просто тут окружили со всех сторон, 4 человека. Жесть. Ай, блять. В общем, друзья, вот такой вот... Не хэппи-энд для меня, но теперь проиграл я. Я делал все возможное. Наверное, зря я решил для адреналина поехать побродить где-то в другом месте. А, меня реанимируют. Ну все, короче, сейчас меня, короче, отправят в тюрьму. Друзья, вот такая вот серия. Я не знаю, сейчас попробую, конечно. Так, сейчас я дверь, открою двери автомобиля, после чего посажу... Ты сейчас на ноги встанешь, да? Уже, сейчас, тихо. Все, меня в тачку сажают. Маленький мой, ну. Малышок. В тюрьме сейчас будет сидеть. Такой под... в клетке. В общем, друзья, на этом серия подходит к концу. Если сейчас получится, там, ну, я под конец сниму продолжение. Не знаю, что, с чем это закончится, но я думаю, что уже ничем, потому что, как бы, блядь, мне сейчас просто посадят тачку и увезут, блядь, надолго, судя по всему. И еще плюс сторис. Так что, друзья, простите, это как бы вот вынужденное, так скажем. Я проспорил, поэтому если кто испугался в сторис, то это вот... Теперь вы знаете причину всего этого. Друзья, вы можете в комментариях писать, что нам, например, можно было бы в следующий раз. Если, ну, либо мы придумаем, либо, опять же, вы в комментариях пишите, какой челлендж. И самое главное, наказание тоже в том числе. Все, меня посадили в бобик. Маленький. До новых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Мужики, давайте договоримся как-нибудь. Ну, мне кажется, вряд ли. А может, все-таки попробуем? Ну, пока мы втроем остались, давайте, может, попробуем договориться. Тут Оля даже пришла посмотреть. Я думаю, у вас не получится ничего. Ну, давайте как-нибудь договоримся, что вы? Да я что-то выпил непонятное, что-то сел за руль, блин, вообще...
Давайте сейчас выйдем с территории, как-то отъедем, там припаркуемся, что-нибудь как-то. Бля, я не помню. Я причем не ворота помню. Ворота откройте. В прошлый раз я один раз договаривался с ним, но я не помню, сколько я им давал. Я даже не знаю, сколько предложить просто. Ну побольше предложи. Заебись, сейчас же минус бабки в народ так вместе. Так это лучше, чем мы... Сейчас. Блин, ребят. Сейчас произошло... Блядь, это же мне пизда. Почему? Блядь, а я вылетел, и значит... Блядь! А чё, чё будет? Ну, скорее всего, в федеральную тюрьму я попаду. Потому что я вышел, типа, ну, можно подумать, что, типа, я просто вышел. Ну, типа, то, что ты выходишь, ты как бы РП не отыгрываешь. Ну, я не вышел, я вылетел. Да. Все, пиздец мне. Ой, пизда, блядь! Весело-то как! Охуенная концовка у видоса, лучшая просто. А оттуда не выйти, что ли, с федеральной тюрьмы? Ну, выйти, ну, просто, блядь. В общем, друзья, я, наоборот, хотел сейчас думал, РПшка какая-то продолжится. В общем, давайте тогда поступим таким образом. Так как мне сидеть еще в тюрьме непонятно сколько, я... Маленький. Там еще и сторис выкладывать. Пиздец какой-то. Вляпался. Вляпался по самое не балуй. В общем, друзья, я тогда предлагаю... У меня тут была идея одна. Уже подобное я делал, но у меня сейчас вот финальное. Как раз есть повод сейчас, так скажем... Ну, в общем, ладно, без спойлеров. В ближайшее время ждите новую серию по GTA 5 RP, и я как раз хочу кое-что проверить. Вот как раз повод появился. Я долго насчет этого думал, и все-таки финально я хочу это сделать. Финально. Все, в ближайшее время как раз есть повод. Все, блядь, пизда, блядь. Отличное завершение. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.